Друзья, я приветствую всех и абсолютно каждого на авторском канале на YouTube Адам Кавендиш. Ну что вам сказать? Вот уже практически как неделю, одну неделю, температура на улице просто сногсшибательная. Жара, засуха, и я обычно в кругу своих друзей определяю это как термоядерный летний режим. Было в свое время доказано, я так понимаю, еще умными, яркими светилами медицины о том, что долгая, устойчивая и чрезмерная, я бы добавил, затяжная жара, она очень и очень пагубно сказывается на живых организмах. И поверьте, друзья, страдают все. Кузнечики, птички, собаки во дворе, животные в хозяйстве. Но, конечно же, страдает и человек. Человек, как высшая пищевая цепочка, он и должен страдать намного больше, и это справедливо, потому что небеса всем, каждому из нас, определяют определенный такой вот небесно-социальный статус, ранг, если хотите. И вот я заметил, как эта жара затяжная тянется, днем жара, ночью жара, квартира прогрета неимоверно, особенно если это многоэтажка, высотные квартиры, просто дышать нечем. Поверьте, кого-то спасают кондиционеры, кого-то вентиляторы, кто-то сидит, жует лед из холодильника. И вот в процессе этой жары я выявляю такую интересную закономерность, что психика очень сильно напрягается. Я бы сказал, она чрезмерно, друзья, надрывается. Она почти находится на грани, она ходит по краю лезвия. И какие-то дурные мысли лезут в голову, какие-то непонятные внутренние такие вот рефлексы, которые зовут на какие-то вот абсолютно ненормальные дурные побуждения. И здесь очень важно в процессе этой жары не дать себе окончательно слететь с катушек и этот рубильник выключить и удержаться на нормальном уровне человеческого достоинства. И мне тоже трудно, как и любому живому существу, и я нашел причину, и теперь самое главное, я нашел возможность, как сделать так, чтобы выдержать этот неблагоприятный период. И поэтому я с вами в этом ролике делюсь. Если вас также жара изнемогает, и вы чувствуете, что вы начинаете сходить с ума, думайте о блендере. Запланируйте очередной проект в блендере и думайте над тем, как вы реализуете в жизнь очередной рендер.